Привет, друзья! С вами Алекс из Китая, и сегодня мы посетим промышленный музей Шэньчжэнь. Шэньчжэньский промышленный музей подробно описывает промышленный марш Китая. Это интересная концепция, которая отличается от многих других музеев Китая. Поскольку промышленное прошлое Китая довольно недавно, вы можете увидеть много интересных технологических элементов, которые мы используем для игры в наше детство или подростковые годы, такие как телевидение, радио, пейджер и мобильный телефон. Когда я смотрел эти предметы, я снова чувствовал себя ребенком. Китай развивается так много за последние годы.